Друзья, мы скоро становимся публичной компанией. Что такое публичная компания? Это колоссальный статус, это колоссальная ответственность, это абсолютная прозрачность компании, это ее доступность, это стать еще ближе к людям и при этом стать еще более, так скажем, надежной. Здесь уже вопросов никаких не возникает. Здесь уже любой человек может выйти, посмотреть, узнать, получить подробную информацию о том, что из себя представляет компания «Арикс», какие у нее товарообороты. Одним словом, все-все-все, весь бэкграунд и все настоящее и будущее «Арикс» как на ладони. Это сумасшедшая на самом деле новость, это потрясающий аргумент для всех тех, кого вы сегодня привлекаете в компанию. Это действительно достижение. Знаете, почему, мне кажется, нам вот действительно, да, для нас, для Арикс, для нашей команды, для нас это очень большие перспективы, да, вот уже сегодня узнать о том, что Арикс становится публичной компанией, да, в преддверии, так сказать, да, этого факта, в преддверии, когда это случится. Ну, во-первых, да, потому что у команды Фреда Купера, у Марка Вилсона, да, и у всего окружения, у всех тех людей, которые сегодня возглавляют Арикс, у них уже был этот опыт в компании Юсана, да, ну, так сказать, наверное, не знаю, там, может быть, более 10 лет назад, может быть, да, там, около там, 12 лет назад, они выводили компанию Юсана также, да, на рынок IPO. И, друзья, да, хочется, так сказать, зафиксировать ваше внимание, что вот все те партнеры, да, будь это независимые дистрибьюторы компании, будь это лидеры, да, или даже люди, например, там, из стафа, вот все те, кто тогда, да, в тот момент приобрели для себя акции, вот самыми первыми, да, потому что потом уже, да, буквально через несколько, наверное, лет Юсана стала миллиардной компанией, и она возглавила, да, списки первых компаний сетевой индустрии, компании MLM, которая стала, да, действительно зарабатывать миллиарды долларов. Друзья, поэтому все те партнеры, да, все коллеги и все те, кто были вовлечены вот в этот процесс в самом-самом начале, безусловно, выиграли. И выиграли, да, очень по-крупному. Вот, именно поэтому, да, сегодня, наверное, такой интерес, такой ажиотаж безусловный к этой новости. Нас с вами ждут великие дела. И мы действительно с вами будем свидетелями, да, потрясающих событий. Но и не только свидетелями, не только зрителями, а в этот раз участниками.